Хочу поздравить, поблагодарить болельщикам за хорошую и жесткую поддержку сегодня. Отличная атмосфера на стадионе. Тоже хочу сказать, что одна вещь мне очень понравилась после игры. Когда пришел в раздевалку, видел только грустные лица команды, вообще недовольны результатом. И это самое важное, что и мне так понравился. Понравилось поэтому, что такой менталитет мне подходит. Там можно быть в какой другой ситуации, бы праздновали очко против «Зенита», но это совсем неправильно, мы недовольны с этим. Первый тайм был вообще наша контрола, по хорошим играли. Самый лучший момент был у нас, 100% момент забивать. В втором тайме очень хорошо начали. И, к сожалению, потом, когда стали большинство игроков на поле, стали пропускать контратаки. «Зенит» вернулся с 9 назад низкую зону. Попробовали с фланга, но там были плохие подачи со фланга, не помню ни одну хорошую, а когда шли через средину, пропускали очень много контратаки. Но это может быть и нормально у нас, много новых игроков, кто следит за нами, знает, что у нас сейчас было два, в конце игры было два нового игрока линии обороны. И вместо что бы просто потерпели, не потерпели, но что бы у нас было терпение и закончили с 1-0, мы пропустили 3-4 очень опасные контратаке. Из одной из них «Зенит» получил пенальти, но справедливо и мы забили с пенальти в конце. Я думаю, когда все собираешь, справедливый результат сегодня. И хочу нормально и поздравить и команду с борбом до последнего минута. Это снова показали, что готовы биться до последней секунды игры. Вы сказали, что в раздевалке у игроков были грустные глаза. Мне тоже показалось, что команда была ближе к победе, чем, хотя и проигрывала уже на 80-й минуте со счетом 0-1. Как вы считаете, все-таки вы одно очко заработали или два потеряли? Ну, по факту заработали одно. Перед этим туром у нас было 7, сейчас 8. И это всегда так. Так, по факту заработали очко, а если довольны с этим, на это уже ответил. И это очень мне понравилось, поэтому что такой менталитет мне подходит, что не бы были довольны с маленьким вещами, но что бы всегда стремились с самым лучшим результатами. Как оценить сегодняшнее судейство, потому что 2 11-метровых удаления, у болельщиков Мамотимова возникли вопросы к Карасеву еще до удаления, там говорили, что Кузяева можно удалять раньше, в первом тайме. В общем, судья сегодня был одним из главных, наверное, действующих лиц. Как вам его работа? Ну, в принципе, я не комментирую судейство. А это один из самых лучших, если не самый лучший русский судья, которых показал пару дней назад на Европейском суперкубке, что может справляться с такими играми. Надо посмотреть этих эпизода с пенальтами. Наш бил на 100%, надо там осторожно смотреть, там, если Гиля фолил или нет, но это, в принципе, вар. Если я хорошо запомнил, а думаю, не ошибаюсь, это вар решил без главного судья. А наш главный судья посмотрел. Так, если говорим про работу главного судья, я считаю, что было неплохо. Вы сказали про пропущенные контратаки во втором тайме и уже сказали, что, может быть, повлияло наличие желтых карточек, а также наличие в составе Текнезяна и Едвая, которые только пришли. Может быть, есть еще какая-то причина того, что все-таки у «Зенита» было слишком много моментов в меньшинстве? Ну, объяснил уже. Не сказал, что влияли желтые карточки, но замены, которые были вынуждены за мене, они, можно быть, влияли, а не желтые карточки. И тоже, как сказал, мы там очень высоко и широко поднялись, и один и другой там крайний защитник, и в этом моменте и Рибчинский, и Тикизян. Но это нам нужно, очевидно, времени поработать. Там, как сказал, линия обороны была два игрока, которые просто пару дней с нами тренируют. Так, 2 от 4. Так, как сказать, не сыграна линия обороны закончила игру. Это когда так есть, по факту, тогда и может случиться так, что пропускаешь контратаки. Там были тактические ошибки, это хочу сказать. Марк, раз мы про защиту заговорили, Наир Текнезян в ЦСКА большую часть времени играл
в полузащите, хотя раскрылся он, конечно, как защитник. Вы на него рассчитываете только как на игрока обороны или все-таки в полузащите он тоже по вашей схеме может сыграть? Спасибо. В принципе, как игрока линии обороны.